Привет, мои хорошие, ребятулики и девчули. У меня огромная партия часиков сейчас уезжает в Приднестровье. Сейчас скажут опять: ой, ты же сказал, ты не будешь отправлять за границу. Я сказал для тех, кто не платит деньги. Человек сразу купил лот, этим я людям отправляю. И по России, и в другие страны. Я говорил за людей, за накопительную систему. Здесь человек моментально оплатил, все. Через час деньги у меня были, через MoneyGram деньги у меня были на карточке. Поэтому оговорочка такая. Здесь 16 часиков, все идущие в шикарнейшем состоянии. Что о них можно рассказать? Покажу вам поближе, что я продал. Такие шикарные. Восток. Скоро у нас, кстати, выйдет видео. Я расскажу вам о классификации, о значении выпуска часов, что обозначает ряд букв, цифр, значений. Мы будем говорить на English. Английский у меня очень хорошо развит, поставлен. Я был в свое время переводчиком английского языка. Independence Ukraine of Kharkov City. Вот так вот мы с вами будем разговаривать. И я вам буду рассказывать за значение English transcription. Английский язык в переводе на русском, чтобы вы понимали. Вот вы переворачиваете здесь там GP или там Titan, и вы будете, я вам буду рассказывать, почему именно Silver, Gold, почему именно вот так, а не эдак. И начинающие Made in Watch, юные коллекционеры будут уже немножко знать, из каких это совсем приходит участков. Watch это часы watch. Вот, ребятки, потому что многие берут часы в руки и как бараны на них смотрят, они не понимают значения. Часовые механизмы, крышки, циферблаты, стрелки. Это все можно прочитать, перевернув часы. Это касаемо очень часто, конечно же, не СССРовских часов, а такие как хронографы китайские, но и не только, Ориенты и другие часы других марок, производителей, the brand. Вот, ну все, Capital of Ukraine, пошла массовка, ребятулики.